Ранним утром 3 июля советские танки развернулись в боевой порядок и вошли на окраины Минска с северо-востока и севера. Несмотря на то, что немецкий гарнизон Минска сравнительно невелик, около 1800 человек, гитлеровцы упорно обороняют каждый квартал. Освобождение затягивается. В 7:30 бойцы Красной Армии уже были в городе. Это ключевой момент операции «Багратион». От успеха зависело почти все. Минская группировка противника, в том числе на подступах, была серьезной – свыше 100 тысяч человек. Из котла, даже после обращения Гитлера к войскам по радио с требованием во что бы то ни стало прорвать окружение, смогли выбраться единицы. 70 тысяч убиты, 30 тысяч солдат и офицеров взяты в плен. Поздно вечером 3 июля 1944 года Минск перешел под контроль Красной Армии. Но упорные бои продолжаются. Полностью территория Беларуси будет освобождена лишь 28 июля, когда советское знамя взовьется над Брестом.